Всем привет, дорогие друзья. Сегодня я с вами хочу поговорить о Сбербанке и управлении активами. И что же можно о них сказать? Потому что на самом деле Сбербанк, управление активами, как мое личное мнение, является вполне надежной управляющей компанией. Единственный их недостаток то, что у нее все-таки комиссии за управление больше, чем у ВТБ, и доходность меньше, чем у ВТБ. Но высокая доходность – это всегда связано с большими рисками. Но при этом и ВТБ, и Сбер являются достаточно крупными и надежными игроками. Поэтому не забудьте пока подписаться на канал. И мое мнение, все-таки Сбербанк управление активами достаточно надежная компания. И можно из нее выбирать также паевые инвестиционные фонды, а также доверительные управления. Смотрите, определяйтесь сами. Ну а пока подписывайтесь на канал, ставьте лайк, до новых встреч.